друзья, такой вопрос. Сейчас вот едем по Ташкентской улице или Райымбека в сторону Алтын Орды. И вот здесь у нас возникает вопрос, можно ли ехать по автобусной линии. Сейчас время у нас 12 часов. А вот смотря по знаку, да, там 7:30 табличка висит, до 9:30, да, если я успел заметить. Сейчас у нас время 12 часов. Можно или нельзя? Но если мы вспомним правила, да, то вот эти таблички со временем, они показывают время действия знака. То есть получается, в то время, в которое там указано, нельзя ехать по автобусной линии. А в другое время, получается, можно? Ну давайте вот так вот бывает, да, вроде хочешь проскочить, да, немножечко хочешь проскочить, а тебе не дают таксисты это сделать. Так вот, а можно, получается, ехать по этой линии или нельзя, как вы думаете?